Мої вітання усім, хто разом із нами на Політека. Скайпом спілкуємося з політичним та економічним експертом Олег Соскін. На зв'язку, пане Олеже, я вас вітаю. Я також вітаю. Всіх гарантів. Пане Олеже, сьогодні підсумовуємо з вами 2021 рік та окреслюємо, звісно, що головні виклики 2022 року. Сфокусуємося на внутрішній політиці, а згодом поговоримо про зовнішню і геополітику в цілому. От 2021 рік. Яким він був? Чим запам'ятався? Ключові його події, тому от передаю вам слово, ваш аналіз 2021 року. Ну, в целом все-таки непростой год был, сложный год, но вместе с тем самый главный, я считаю, итог, это по-любому и для каждого, я думаю, украинца, и для каждой семьи украинской, это то, что удалось избежать тотальной войны. То есть все границу московиты не перешли. Поэтому не было бомбардировки наших городов, не было бы гибели сотен тысяч людей. Я думаю, это самое важное достижение вот 2021. Хотя предпосылки к этому были очень серьезные, и в принципе их можно было в любой момент ожидать, потому что агрессивность Путина в 2021 году и вот этого кагибистского, этого бандитского синдиката, она существенно возросла. Существенно. То есть фактически подходим к концу 2021 года уже с нескрываемыми угрозами вторжения, тотального вторжения российской армии на всю территорию, на материковую Украину. Вот, то есть это как бы и получаем итог 2021 года. С одной стороны, удалось удержать состояние тотальной войны и вторжение, и массовые убийства людей, украинцев. А с другой стороны, угроза прямого столкновения с московитской хунтой, тираном, она серьезнейшим образом возросла. А если еще какие-либо итоги говорить, ну это то, что в принципе более-менее удержалась финансово-экономическая ситуация, хотя государственный совокупный долг вырос, уже он 92 миллиарда составляет, а внешний совокупный долг, корпоративный, банковский и государственный, вырос до 126 миллиардов долларов, то есть он почти уже 90% составляет валового внутреннего годового продукта, это очень плохо. Фактически страна находится в состоянии дефолта, по сути, то есть она не может жить без долговых массовых заимствований. И, к сожалению, бюджет 2022 года государственный с дефицитом колоссальным утвержден. Ну, хорошо, что осталась стабильная гривня, хорошо, что собрали очень хороший большой урожай зерновых и других сельскохозяйственных культур. Хорошо, что более-менее сохраняется какая-то покупательная способность, но она падает, прямо скажем. То есть инфляция по году, потребительная инфляция в Украине будет, я думаю, будет где-то 15% годовых. Это большая очень инфляция, большая инфляция. И с ней входить в 2022 год – это очень плохо. Хорошо то, что усилилась по-любому армия, что она стала более профессиональной, более мобильной, более боеготовной. Хорошо, что удалось удержать рубежи наши там, но плохо, что не продвинулись, не вернули хоть какой-то город там и так далее. Это, конечно, хорошо, что поставляется оружие современное и Соединенными Штатами, и Великобритании там немного. Хорошо, что наши солдаты тренируют, они проходят подготовку. Вот это все позитивно, это по-любому позитивно. Хорошо, что определенное есть все-таки, больше, конечно, на словах, но все-таки борьба против представителей пятой колонны путинской, кагибистской в Украине.
Это все достаточно неплохо. Но в целом, конечно, надо сказать, что 2021 год не стал каким-то переломным с точки зрения защиты украинских национальных интересов властью. Не стал. По-прежнему действует московская церковь, агентура под видом этих в рясах кагибистов переодетых, грушников. По-прежнему они контролируют Гундяеву, главные там 9 монастырей, в том числе Киево-Печерскую лавру, Покровский в Киеве женский монастырь, в том числе Почаевскую лавру на Тернопольщине, в том числе в Ривном, Ривненский, Волынский монастыри. Они подчинены Гундяеву. Я думаю, они туда инфильтровано достаточно большое количество и красных воробьев, так называемых, это агентура женская, московская, и представители ГРУ и других московских кагибистских спецслужб. То есть фактически в Украине действует мощнейшая и белорусская кагибистская агентура, и московская агентура. И это очень плохо, это очень плохо. И то, что фактически Новинского не лишили гражданства, это же просто было сделать. То, что потеряли Саакашвили, Зеленский допустил это, что его там пытают в Грузии, это тоже просто говорит о том, что Зеленский ну, совершенно не умеет бороться, как говорится, острие против острия. То, что налоги увеличили на малый бизнес, то, что приняли вот эти совершенно антиконституционные законы про какую-то там амнистию капитала, то, что будет закон, когда людей будут преследовать по их расходам, это все антирыночные, антикапиталистические, антинародные методы, которые это методы военного коммунизма, надо это понимать. Но они там все бестолковые, они же политэкономию вообще не знают, политэкономию капитализма, они не понимают, что такое социализм, что такое империализм и так далее. Их же этому не учили, понимаешь? То есть они, конечно, в политэкономии, в экономике, в макроэкономике, в финансах, в действии объективных экономических законов, ни Зеленский, ни Ермак, ни все остальные, как говорится, там кот не валялся, понимаешь? Поэтому вот это все, то есть какой-то позитив, вот я его назвал, а есть, конечно, тревожные, очень негативные результаты, с которыми страна войдет, народ, нация войдут в 2022 год. И вот эти негативные накапливающиеся элементы, они значительно превосходят вот те позитивы, которые текущие были достигнуты в 2021 году. Эти позитивы заканчиваются, все. Фактически входим с негативом в 2022 год. И 2022 год, он чрезвычайно в этом плане будет тяжелым. Тяжкий 2022 рік, ми з вами обов'язково поговоримо. 2021, якщо знову ж таки фокусуватися виключно на внутрішній політиці, обговоримо там діяльність Володимира Зеленського на посаді прем'єр-міністра, діяльність Кабміну, Верховної Ради. Ви як викладач за п'ятибальною шкалою, як би оцінили роботу президента, роботу уряду, роботу Верховної Ради України? За що можемо покритикувати справедливо, за що справедливо похвалити? Ну смотри, вот если брать правительство Шмигаля, да, 21 год я бы оценил на двойку. Абсолютно бестолковый кабинет министра. С правом пересдачи? Абсолютно... Чи готували б документи вже на відрахування? Відрахування, тільки відрахування. Тільки відрахування, тому що він нічому не навчився. Ну і он же не зря, що он же вообще антиконституционный премьер. Потому что его же программа не была утверждена. Ну и утверждать нечего. То есть в условиях фактически войны, в условиях мирового экономического финансового кризиса, в условиях тотальной вот этой перманентной, все возрастающей так называемой пандемии, которая просто уничтожает все права людей, прямо скажем, понимаешь? Все, что делает правительство, оно делает абсолютно неправильно. Оно проводит неправильную экономическую политику, монетарную политику, политику по здравоохранению. Это все делается абсолютно неправильно. То есть это ведет к разобщению общества, к
формированию антагонистических противоречий в обществе, к размежеванию общества на миллиардеров богатых наверху пирамиды и бедных. То есть Шмигаль фактически работает на уничтожение среднего класса, понимаешь? То есть первое, что надо было сделать, 22-й год в этих условиях тотального обвала везде, во всем мире, остановки фактически мировой экономики и краха ее, надо было принять бездефицитный бюджет. Надо было убрать с него финансирование всех паразитов. Ну, вот, например, финансировать всякие академии наук, национальную, педагогическую, медицинскую, там еще прочее, это не бессмысленно, и это абсолютно неправильно в условиях того, что мы, с нас, украинцев, дерут последнюю шкуру. Еще все же мы платим военный налог, представляешь? То есть надо его было отменить, наложить этот налог на мультимиллионеров, на олигархов, на миллиардеров. Вот они пусть платят этот налог. Они и так обокрали всю страну, ограбили. Осуществи реприватизацию. Забери у кланово-олигархических групп. Забери ГОКи. Забери недра. Забери добычу марганцевой руды. Забери металлургические заводы. Облэнерго, Облгазы, Горгазы, Горэнерго. Это сделано было? Нет. Бремя финансовое увеличилось на людей? Да. Заберите скважины газовые, нефтяные, которые находятся. Кучма на каждый день рождения своим прихвостням по скважине дарил. Понимаешь? Посмотрите, сколько Шуфрича, сколько Усуркиса, сколько Димы Тамбачника. А чи не президент нікому нічого не дарує? Ви там часом не знаєте, що Володимир Олександрович і кому може подарувати? Ну, он пока сам себе любимому Ермаку дарує. Йому надо раніше самому себе накушати. А що дарує? Що дарує? Що вам відомо? Які дарунки? Та тут, конечно, невідомо. Тут достаточно посмотреть. Посмотри на большую стройку дорог. То есть они заложили в бюджет огромную трату денег бюджетных типа на инфраструктурные проекты. Понимаешь? Но они же не делают аудит прозрачный. Сколько стоит километр дороги? То есть есть же машины, Вадим, специальные. Машина идет, и она четко прослеживает, дает полную характеристику, какая должна быть структура покрытия. Сколько песка, сколько гравия, сколько там этого раствора, асфальта, всего-всего, бетона и всего прочего. Понимаешь? И сразу видно, сколько украли. Это в Польше такие комплексы ходят, в Словакии стали ходить, поэтому там стали дороги строиться, и в других местах. Там, где хотят, чтобы государственные деньги с бюджета не крались. Понимаешь? В Киеве посмотрите, как Кличко эти дела все решает. Там на мостах, на всех прочих. То есть это вообще не вопрос. Но Зеленский этот проблему поднял? Нет, он не поднял. Он сделал это прозрачным, как в кино он там, когда президента играл? Нет, не сделал. Ермак этим решает эти вопросы гласно? Нет, не решает. То есть они продолжают, ну просто появилась новая корпорация, финансово-корпоративная, клановая она будет однозначно, Криворожский 95-й квартал. И вот он потихоньку, так сказать, расширяет свою зону. Потому что в 21-м же году произошли очень тяжелые смерти, правильно? Там и в Кривом Роге, там целый, как говорится, род вдруг решил заняться самоубийством, мэр там и его близкие. И Кернеса вдруг, как говорится, уничтожили в Харькове. И депутат один там где-то там в машине типа умер, да себе и умер. То есть очень много схваток произошло и тяжелейших событий в этот период. На человеческом индивидуальном уровне. Ну, плюс Кравчук как бы тоже ж отходит, понимаешь? То есть, как бы... Но, с другой стороны, позитивом есть то, что, наконец, практически уже почти сдохли, их надо похоронить, еще воняет этот труп, так называемые Минские соглашения. Это очень классно. Он разлагается, его надо быстрее, как говорится, спалить там или как-то сделать. То есть, это позитивно. А негативно то, что Зеленский, Ермак,
шиферы эти, или как там они, Шеферы. шифиры, Ткаченко, еще целый ряд товарищей, ну, Коломойский, естественно же, да, а и Боголюбов таким образом, вот там целое окружение их есть, да, они формируют такую хорошую, уже серьезную, солидную, новую кланово-корпоративную, клановую, это правящую группу, назовем ее условно Кривой Рог, 95-й квартал, понимаешь? Вот это мы с вами как бы видим. Ну и 21 год – это колоссальное падение рейтинга Зеленского и слуг народа. То есть уже никакого монопольного положения политического ни Зеленский, ни его корпорация «Слуги народа» уже не имеют. Все. Они уже превратились в обычную, так сказать, среднего уровня политэкономическую финансовую силу. То есть их фактически ждет судьба Порошенко, Юлии Тимошенко, так называемого Бойко, Левочкина и всех остальных. Как это в свое время произошло с нашей Украиной, Ющенко, с НДП Пустовойтенко и так далее, и так далее, и так далее. Как с Кучмой, как с Единой Украиной, с Литвином произошло. То есть они потихоньку движутся в маргинес. Пане Олеже, скажіть, а от ви як політолог прогнозуєте у 2022 році дострокові парламентські вибори, можливо, дострокові президентські вибори? Ми у 2021 році з вами також активно обговорювали реалізацію цього сценарію, тому що от і була інсайдерська інформація, що 24 серпня на 30-річчя святкування, відновлення української незалежності, президент Зеленський міг заявити про те, що він хоче оголосити дострокові президентські вибори заради там пролонгації свого президентського терміну. Хоча я пам'ятаю, що Дмитро Разумков наголошував, що чинний президент не може, ну, з юридичного боку брати участь у дострокових виборах. Але це все юридичні нюанси. Давайте політичну складову обговорювати. Ну, я не помню, чтобы я говорил, что он пойдет на эти досрочные выборы и прочие вещи. А зачем? У него как бы все было нормально. Но можно было ему тогда идти, он бы их выиграл. И в этот период как бы у него бы вышло за 60 дней, то есть это был бы сентябрь, октябрь, он мог. А сегодня ему вообще бессмысленно уже идти на какие-то досрочные выборы. Он не выиграет их. Ну, ему и не надо идти. Какой смысл ему идти, если первую половину 2022 года он проскакивает, ну, если ничего не случится, там, вторжение Путина и так далее, вот, он проскакивает как бы нормально. Он по-любому пока сохраняет преимущество как кандидат в президенты. И его сила, конечно, она уже не будет этого монопольного иметь большинства, но она может всегда сделать коалицию с другими какими-то партиями. Для этого всего-навсего надо понизить порог до 3% прохождения вот по новому закону, кодексу этому выборному, Верховный Совет, так, политических списков. И они тогда спокойно себе с какими-то этими маргиналами партийно-политическими, которые они будут финансировать, они сделают коалицию. Вот, поэтому это вообще как бы для них не проблема. Пока. Пока. Но поэтому досрочно ему уже нельзя никак делать, потому что ни парламентский, ни президентский, у него ситуация ухудшается с каждым днем. Плюс он же остановился, понимаешь? То есть он как бы действовали, они действовали против пятой колонны московской, против олигархата, против всех тех, которые грабили Украину 30 лет. А теперь они раз и остановились. И начали устраивать вот эти какие-то поганенькие политические такие типа разборки. То есть они нас хотят на манивцы завести, понимаешь? Поэтому, плюс он же не прекратил выступать против Московии, против Путина. Он же практически, Зеленский сдувается на глаза. То есть он теряет потребность, и он, и Ермак ее вообще никогда не имел, шефиры там и все остальные, Ткаченко, Тимошенко, они вообще не имели этого патриотической составляющей, решительно антимосковской, антипутинской, понимаешь?
так же, как Юлия Владимировна Тимошенко. Она же против Путина никогда не выступает. Ну и Порошенко же он тоже очень в этом плане деликатен. Понимаешь, не говоря уже про всех остальных, там, Кучму, Пинчука. Там, и, то есть мы не видим на сегодняшний день в эстеблишменте политическом вот мощных, активных, тех, которые готовы бороться против экспансии кагибистской вот этой банды, синдиката этого бандитского, сидящего в Москве, в Кремле и так далее. Мы не видим. Вот. И Зеленский сдувается, сдувается. И очень тревожно то, что Богдан сказал, что физически он его не узнает. То есть, что Зеленский изменился физически. Вот это очень, так сказать, нехорошая такая заявка. Но, если честно, я тоже так смотрю на него, да, вот что-то в нем такое появилось. Ну, не но хочу выводить. Втомленным он выглядит. А? Втомленным выглядит президент. Втомленный, это как, знаешь, как бы то человек принимает какие-то препараты, какие-то транквилизаторы. Ну, я свечку не тримав, тому я про це говорити не буду. Да нет, так не надо принимать. Достаточно, есть же эта самая модель Ламброза. Там по лицу можно все определить. Это ж не обязательно, надо же делать диагностику с помощью разных аппаратов, чтобы достаточно посмотреть. И можно же сказать, что с человеком происходит. Употребляет, не употребляет, нюхает, не нюхает. Это ж не проблема, Вадим. Пане Олеже, ну, на вашу думку, особисто Володимиру Зеленському потрібен другий президентський термін, тому що складається враження таке, що скоріше його оточення казатиме: там, Володимире, йди, ну хто, якщо не ти, треба ще 5 років. Ну да, ти там обіцяв, що йдеш на один президентський термін, але ж треба боротися з олігархами, треба виконувати передвиборчі обіцянки. Оточення може переконати Зеленського в тому, що треба балотуватися, тому що що буде з тим оточенням, якщо Зеленський не буде президентом? І на вашу думку, він таки наважиться вже фактично в 2022 році визначити для себе, хоча не публічно, от внутрішньо, балотуватиметься він чи не балотуватиметься? Ну, можливо, він уже вирішив для себе все. От смотри, молодые ребята дорвались до огромного, наполненного едой корыта, да? И вот они там прямо оторваться от этой еды, которая корыто наполнена, не могут. Естественно, они главному хряку говорят: слушай, ты что? Это же такая хавка, это просто шара, корыто все время наполняется едой. Надо закрепиться здесь, мы уже тут привыкли, нам здесь тепло, хорошо. Смотри, мы уже стали такие упитанные, откормленные, мы уже практически других не пускаем к этому корыту. А другие стоят, уже начинают обижаться, понимаешь, говорят, так уже свои эти самые икла точат. Говорят: ребята, мы же так тоже не договаривались, надо же по очереди, надо уже, как говорится, Ленин учил делиться, давайте же и нас пустите к корыту. А они говорят: нет, мы уже привыкли, мы никому не отдадим. И поэтому они говорят: давай, Владимир, идем еще на один термин. Ты что, как же корыто отдавать, которое все время едой наполняется? Украинцы же они такие, что постоянно будут подносить эту еду туда, да? Поэтому, как я там вот эту одну сказку там читал, английскую сейчас, так сказать, там написано, что один великан пришел очень злой, голодный, и начал пожирать все этих деревню, жителей, их скот и так далее. А потом они сами стали к нему приходить и говорить: ой, какой вы хороший. А он уже только уже так обнаглел и ожирел, что просто уже пальцем подзывал, кого хочется жрать. А тот подходил и говорил: скушайте меня, пожалуйста, господин великан, скушайте. Понимаешь, это практически очень похоже на то, что сегодня в Украине происходит. Ну, все время происходило, а сейчас тем более. Поэтому Зеленский, если как бы он уже идет по лезвию бритвы, он уже практически, он не понимает этого, может, и Ермак, и все, но он уже, по сути, он уже как бы заложник тех вещей, которые он сделал. И он вошел в игру на таком уровне, откуда живыми не возвращаются. Я так думаю. Может, я ошибаюсь, конечно. Поэтому тут надо так. Или на щите, или со щитом. Или так, или так. Он же там выиграл там у себя
так сказать, короля Леонида Спартанского, да? Спартанцы говорили, или на щите, или со щитом, или так, или сяк. Вот. Поэтому у него уже такая ситуация, у него уже выбора нет. Поэтому у него идти второй термин, ну дай бог ему дожить до второго термина, будем за него, так сказать, кулаки держать. Плохого нельзя человеку желать. Но у меня большие уже сомнения. Но самое лучшее, если бы он сказал, ребята, заканчиваем эту бодягу с выборами президента, вот типа прямыми, когда вот люди, которые не имеют ни собственности, ни денег, которые продают свои голоса за пайку, там, за какую-то подачку и так далее, там, за гречку, за борщ, за набор какой-то или за деньги. Вот давайте переходим в модель парламентского президента. Вот начинаем работать над этим, смотрим варианты, какой должен быть парламентский президент. Я возглавляю эту борьбу и я вам обещаю, что сделаю за эти годы, решу этот вопрос и снимаем мы прямые выборы президента. Будет парламентский президент в Украине, делаем двухпалатный парламент, переходим в другую модель и все. Вот если он так скажет, тогда, конечно, он продлит себе политическое будущее и успокоит вообще во многом всю ситуацию. Если же он попытается, так сказать, для своей группы клановой, для ее господства уничтожать все другие, вот как они сейчас там начали с Порошенко группа это делать, с Петей Великим, как говорится, нашим и другими, то как они с этим сделали, с этим самым Балашовым Геной, когда в тюрьму его посадили, все-таки политический лидер партии 5-10, то вот если они по этому пути будут идти, то эта гражданская война нам обеспечена 100%. И внутренняя, и внешняя. Пане Олеже, а хто з нині діючих політиків, за вашими спостереженнями, активно набирає обертів, може там вистрілити або ну, скласти потужну конкуренцію Володимиру Олександровичу там, на наступних президентських виборах? І от в цілому, чого очікувати від української політики у 2022 році? Яких несподіванок? Ну, по всім соцісследуванням, тільки єдиний йому конкурент – це Порошенко Петя. Он единственная на сегодняшний день полностью структурированная сила. Он имеет свою, ну, свою харизму, свое видение, свой бренд. Он имеет фракцию очень такую консолидированную. Он имеет очень много денег, очень много. Если бы он еще таким жадным не был, то он, конечно, бы и не врал бы, то у него бы еще больше рейтинг был. Поэтому плюс его сейчас начинают преследовать, а доказать, что он в чем-то виноват, они не докажут, потому что у нас парламентская президентская республика, а премьером тогда был тот, кто деньги выделял, как говорится, на кэш, на отмытие. Это мог сделать только Яценюк, он был премьером тогда. И там министр финансов, если не ошибаюсь, была Наталка Ереська. Это американка, сейчас она в Пуэрто-Рико или куда там делась, да? Которая реструктурировала долги, сделав нас должниками одного Рокфеллерского фонда, так сказать, украинцев, заложниками. Ну и Гонтарева, глава Нацбанка. А так сказать, Порошенко они не смогут ничего доказать. Ну пленки, что такое пленки? Кто имел право их записывать? На каком основании? Это был, так сказать, преступный акт. Они не это, за это только надо посадить того, кто это делал. То есть это не доказательство. А, но если это в самом деле произошло, ну они видят, что поголовые там, которые сегодня в этих всех структурах, спецструктурах сидят, надо было найти, как кэш делался. Вот надо было, как вот эти 205 миллионов, если они из госбюджета поступили, как их обналичили, через какую схему. И кто завозил, и кто привозил, и так далее, и так далее. А то, что они как бы выстрелили, это такой фальшивый выстрел, совершенно тупой, и он только поднимет рейтинг Порошенко. То есть, если реально говорить,
единственным пока кандидатом, опасностью для Зеленского и его финансово-корпоративной группы является политэкономическая финансово-корпоративная группа Рошен-Порошенко. Вот 95-й квартал и Рошен. Вот это две наиболее мощные структуры, понимаешь? И они, ну, Рошен все равно его превосходит. И Порошенко как лидер превосходит Зеленского по всем показателям. И окружение Порошенко по профессионализму превосходит группу Зеленского. Понимаешь? Поэтому, если отрезать вот эти, так сказать, опеку Вашингтонского, Лондонского и Тель-Авивского обкомов, то Зеленский, конечно, проиграет сразу Порошенко. Это вне сомнения. Понимаешь? Просто Порошенко не на них, ну, они никогда как бы не, ну, у них стратегии нету политэкономической, но тут это у всех нету. Юлия Тимошенко, она уже отыграла свое, так, но она будет все равно на этой сцене, будет на, как говорится, на подтанцовках, на барабане будет играть, она же сама себе эту роль выбрала в белом костюме играть, как заяц на барабане белый. Такая игрушка была, знаешь, били там, он, то в эти тарелки ей надо еще кого-то взять. Может, кто-то Немыря там, или этот самый Дубель, или Ващенко, это будут в тарелке бить. Там кто-то будет на гармошке играть, кто-то на балалайке. У нее целый оркестр будет. Вот она бы могла сопровождение это делать. Но она уже не премьер игрок. А из таких вот это все там эти шестые, десятые, двенадцатые подползающие на 5%, они, так они всегда такие были. Вот был всегда и Тигибко, и Тягнебок, и там Пустовойтенко, кого только не было на этих ролях подползающих. То есть всегда есть в игре самых крупных игроков, всегда есть вот эта мелкая рыбешка, прилипала, такие, знаешь, рыбешка прилипала, она прилипает. Вот, она всегда питается возле больших кормом, потому что большой все сожрать не может. Вот, ну, гиены, шакалы, если брать животный мир, не рыбный. Так сказать, они всегда есть. Вот они так и будут на этом уровне. 5-7% у того оттягивать, у этого оттягивать, это нормально. А из таких крупных на 22-й год игроков это только Порошенко и его система и сила. Ну, я так думаю. Ну що ж, пане Олеже, цікавий, насичений, різноманітний, бурхливий буде наступний 2022 рік. Знаєте, як казав Андрій Парубій, голова Верховної Ради після виступу інавгураційного Володимира Олександровича, було весело. Я думаю, що хотілося, щоб у 2022 році якомога було більше приводів для веселощів. А я вам дуже дякую за цю розмову, за це спілкування. Олег Соскін, політичний, економічний експерт, спеціально для Політека. Безмежно вам вдячні. На все добре, до побачення, бережіть себе.